В Украине патрульные полицейские не только в законах разбираются, но и в сказках. В этом мы убедились после просмотра видео, которое всколыхнуло интернет. Столичный инспектор Данилко остановила авто мужчины, который якобы нарушил правила дорожного движения, и сравнила его с Винни-Пухом. Вы в законодавстве, ну, так само, как в Винни-Пух в меді. Ну, все подряд. Чуешь, ты кажете. Не потерялась, нет? Не. Не потерял, посвящение покажи свое. Покажу. Кобыла, не слышишь? Винни-Пух. Мужчина, какая остановка? Рейтинг подвинули. Между патрульной и мужчиной возникла словесная перепалка. Инспектор Данилко около 7 минут объясняла, что мужчина пересек двойную сплошную, но тот стоял на своем и, мягко говоря, провоцировал патрульную. Дивіться, є правопорушення? Немає його правопорушення. Як немає правопорушення? Ви не перетинали подвійну сіль? Згідно закону. Удостоверение патрульная, как этого требует закон, показала. После чего, недолго думая, мужчина в военной форме нагло похвастался литературными знаниями и осведомленностью в украинской эстраде. Данилко Татьяна Васильевна, это сердючка та что, да? Значит, слушай, уважаемая, мы вызвали адвоката. Розгляд справи буде відбуватися в присутності адвоката, і не шокай. Ясно тобі? Іди читай 278-ту, 279-ту статтю. Винні-Пух ти. Поняла чи ні? Ти п'ятачок. Я говорю, п'ятачок ти. Я говорю, ти п'ятачок. Якщо ти сказала мені, що я Винні-Пух, то ти п'ятачок. А п'ятачок – це свинья. Понятно тобі? Подобные ролики не впервые появляются в интернете. Чего только стоит общение патрульных с блондинкой Светой и девушкой из Івано-Франковська. Можем. Да? Присядьте. Или вы не понимаете, когда к вам нормально обращаются? За что? За что? Эксперты говорят, подобные случаи – это неплохая проверка на знание законодательства и психологическую подготовку для полицейских. Впрочем, оскорбление в сторону милиционера, тем более женщины – это уже переход всех дозволенных границ. Работники полиции при нарушении транспортом правил дорожного движения действительно имеют право останавливать его, а также в соответствии с законом о национальной полиции требовать документы. В странах, где разрешено свободное ношение оружия, у них совсем другие требования к полицейским мероприятиям и, собственно, общение с гражданами. Например, в Америке к подобному диалогу с сотрудниками полиции о Винни-Пухе, сердючке, пятачке вряд ли бы дошло. Сразу в наручники и в ближайшее отделение полиции. А при очевидном сопротивлении полицейскому копы могут применить оружие, и закон их защитит. Но пока это в других странах. У нас все завершается так. Выкликайте 102. Все. Выкликайте 102. Выключим сейчас. Будь ласка. Кобыла. На этом вероятный преступник поставил точку. Видео прерывается. А дальше мужчина заявляет, что инспектор Данилко пожала ему руку и пожелала всего наилучшего. В национальной полиции, в свою очередь, говорят, что пока подробности инцидента не знают. Также точно не могут сказать, составили протокол за нарушение правил дорожного движения или все же нет.